Петербург бежал вместе со всей Россией. 40 тысяч жителей северной столицы присоединились к марафону «Кросс нации». На старт вышли профессиональные легкоатлеты и любители бега во всех 85 регионах страны. По мнению организаторов, петербургский маршрут получился самым красивым. Трасса в 5 километров проходила от Дворцовой площади через Биржевую по Кронверской набережной, Троицкому мосту и Дворцовой набережной. Участники младшего возраста бежали дистанции в 200, 300 и 400 метров. Честь Калининского района защищала команда из 1500 человек. Сейчас также на площадках Калининского района проводятся такие мероприятия, который называется как «Активный час», куда мы приглашаем и мам с маленькими детьми, мы приглашаем пожилых людей. Мы знаем, что для взрослого нашего опытного населения Калининского района очень пользуется популярностью секции скандинавской ходьбы, которую мы также расширяем и приглашаем всех людей любого возраста. Кстати, в районе теперь есть свой кросс – «Калининская пятерка». Каждый четверг в Муринском парке проходят забеги на 5 километров. На дистанцию могут выйти все желающие.